Всем привет, дорогие зрители. Нашел срочную продажу. Быстренько отсниму то, что я нашел. В самом центре Махмутлара, 240 метров до моря. 2 плюс 1. 48 200 евро. Срочная продажа. Средний этаж проекта, невысокий. Здесь у нас прихожая. Вот такая. Тут требуется ремонт, я все расскажу вот в этой части. Хозяйка сама при продаже полностью отремонтирует и отдаст эту квартиру новому хозяину. Там отделку всю сделает. Здесь у нас санузел такой просторный. Здесь у нас спальня просторная. Такая вот просторная спальня с выходом на балкон. Кондиционер вроде есть, работает, но нужно проверить. Вот. Здесь у нас такой балкон. Он продолжается в ту сторону. Восточная и южная сторона. Вот такая спальня. Здесь у нас еще один санузел. Ну, здесь как кладовка пользуется, он функционирует. Здесь у нас вторая спальня. Просто здесь не убрано, извиняюсь, просто срочная продажа была и быстренько пришлось отснять. Самая центральная часть Махмутлара, дорогие зрители. Вот. Здесь у нас гостиная, вот такое освещение. Где-то выйдет 200 евро дополнительный ремонт, но хозяйка, как я сказал, отремонтирует все. Вот такая квартирка. Кого интересует недвижимость в Алании, срочно продажа, обращайтесь. Все как видите, все остается в квартире, но нужно все поменять, и квартирка будет конфеткой. Выхожу на балкон. Вот. Это восточная сторона. И здесь у нас еще продолжение балкона. 110 квадратных метров общее брутто. Жилая площадь где-то 95-98, дорогие зрители. Хочу подвести итог. Дорогие зрители, зданию 18-20 лет. Средний этаж проекта. Цена этой квартиры 48 200 евро. Обращайтесь, номер указан в описании, также в ролике. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.